Председатель правительства Чувашии сегодня ознакомился с работой двух чебоксарских предприятий. Ивана Моторина интересовала, активно ли на заводах внедряются инновации. Что показали премьеру, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Вот такие бетонные плиты сейчас приходят на замену привычным материалам. Благодаря высокопрочной арматуре можно производить блоки любой длины. На Чебоксарском заводе их начали выпускать только в прошлом году, но здесь уже появились постоянные покупатели из других регионов. На предприятии надеются, что в перспективе новая технология заинтересует и чувашских строителей. Мы активнее работаем с проектировщиками и с проектными группами для внедрения нашей продукции в проекты, которые готовится для реализации на территории Чувашской Республики. Это качество. Во-вторых, это то, что гибкость, то, что длина плиты может составлять 10,8 метра, то есть, соответственно, любой длины, под любой размер. На предприятии уверены, что спрос на новые плиты в ближайшие годы вырастет в разы. Их производят в современном цехе, и технологии позволяют постоянно наращивать объемы. За все процессы, вплоть до измерения и распилки, здесь отвечает автоматика. К примеру, с помощью вот таких вот установок в арматуру заливают бетон. За сутки здесь производят порядка 100 бетонных плит. Председатель правительства отметил, что сейчас строительная отрасль нуждается в новых материалах. Заводы, где их уже производят, будут выигрыше. Предприятиям просто необходимо ориентироваться на потребности рынка. К примеру, в компании «Инкост» начали выпускать и вот такие устройства для подъема машин. Заказы на них сейчас поступают даже из-за рубежа. Вообще, отмечают руководители предприятий, к российским разработкам иностранные партнеры проявляют все больше интерес. Положительно повлияло на конкурентность продукции те события, которые произошли в конце прошлого года, начале года, когда рубль ослабел к основным валютам международным. Сегодня есть конкурентные преимущества по стоимости по данной продукции. Но это не главное, наверное, преимущество. Главное то, что выпускается интересная продукция. И уже очевидно, что интерес к инновационным разработкам не упадет. Те, кто и дальше будет заботиться о модернизации процесса, не потеряет своих партнеров и приумножит количество заказов, считает Иван Моторин. Дмитрий Ковалев, Василий Мухаметов, Республика.